В Ереване у здания Генпрокуратуры Армении снова пикет. Родители солдат, погибших в ходе 44-дневной войны, вышли на акцию протеста. Они требуют передать дело о госизмене в службу национальной безопасности. Уже более месяца нет сдвигов по делу, которое сейчас расследует Следственный комитет. «Мы не доверяем этой структуре и продолжаем настаивать на передаче дела», сказал Севак Закарян, отец погибшего солдата. Закарян настаивает, что генеральный прокурор Армении Артур Давтян должен выполнить данное им обещание и передать дело в другую структуру до своей отставки. Подавшие иск родители не хотят ждать вступления в должность нового генпрокурора Анны Вартапетян, поскольку не верят в ее беспристрастность. Отец другого погибшего солдата Виген Азатян уверен, что их требование будет выполнено, и родственникам погибших не придется идти на радикальные меры. При этом он утверждает, что передаче дела в СНБ препятствует лично премьер-министр Никол Пашинян, поскольку опасается объективного расследования. Его должны допросить в СНБ. Он должен назвать имена своих подельников, поскольку мы уверены, что он не один все это проделал. Он и все ответственные должны понести наказание. И СНБ должно решить, нужно его арестовывать или нет, отметил Азатян. Напомним, что 18 апреля 2022 года родители погибших во время 44-дневной войны военнослужащих обратились в Генпрокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело. Поводом для иска стала фраза Никола Пашиняна о том, что он мог сдать оккупированные территории без боевых действий, но отказался сделать это и стал виновным в гибели тысяч людей. С 25 апреля родные требовали ответа на свое обращение, проводя пикеты у зданий Генпрокуратуры. По сообщению надзорного ведомства, дело направили в антикоррупционный комитет. Однако 5 мая стало известно, что расследованием займется Следственный комитет. Родители погибших встретились с главой Следственного комитета Аргишти Карамяном, произошла потасовка, и инициаторы возбуждения дела выразили свое недоверие Следственному комитету.